2 ноября 2023. Рик from Ukraine, Виннеся. Орешка витает и запрошивает. Велотур, велопрогулка, велопутешествие. Центральный парк культуры и відпочинку имени Леонтовича. Обеденное время, ноябрь, радует нас теплом, солнцем. Плюс 15 в тени, плюс 20 на солнце. Легкий ветерок, прохладненький, да, есть вот такой листопад в Украине. Вообще и жовтень, сентябрь, теплый, осадков немного. В общем, комфортно, чудесно и приятно посмотреть, полюбоваться, подышать, прогуляться. В парке мы, в парке прогуляемся, прокатимся. Традиции приятные, интересные, любимые уже, я чувствую это, вижу. Так что насладимся природой, воздухом. Ну и посмотрим, не людей оценим, что за как, и себя покажем. Я думаю, будет многим интересно. Бывших виничан не бывает, винница на сердце, в сердце на завтра. Прям давайте. Прикольно, как всегда. Здесь молодежь крутит, вертит. Так, что такое гепатит А, Б, С? Что-то я уже там запутался. Что-то такое есть. Ограниченная учеба. У ребят опять. Ой, девчонки. Учеба опять в школах, в институтах. В общем, что-то такое, вирус атакует вновь и вновь опять. Надолго ли, не знаю. Причем только Винница, Винницкая область. Не знаю, что это, как это. Опять же, кто верит, кто не верит. Кто соблюдает, кто готовится к прививкам. Правила меры безопасности. Ну, такое вот творится. Так, темнеет уже в 17 часов вечера. И мы уже вечерними прогулками перед хоккеем не успеваем насладиться, увидеть парк. Вот по дороге на кладбище сегодня. 2 ноября, четверг. Мы заодно прогуляемся, посмотрим, оценим и подышим. Мне это очень нравится, действительно, это считается центр города. Центр. Вот такое место, прям действительно, как будто лесопарк, лес, вот, природа. Просто, а что там интересно за теми заборами? Вот там я еще точно никогда не был. Тут какие-то склады, хоздвор. Какая-то территория здесь, понятно, для парка нужд, строительные материалы, солнышко. Ну такая большая все-таки площадь, да, когда лунопарк и цирк, то кажется, что она маленькая. Нет, она большая, то есть территория, место для развлечения и отдыха. Так, здесь я прямо поеду. А хотелось бы. Ладно, не будем мешать. Мама с колясками. Золотая осень сейчас уже, хотя зелень еще есть. Медленно, но уверенно наступает осень. Вступает в бразды правления. Так, стадион у нас пустует, вообще пустует. Время до 12 сейчас у нас. Красиво получится. Прям близко, рядом. Так, ретро-парк мы... Я отвлекся на очаровательных девчушек. И ретро-парк поехал. Ну, у нас и так часто появляется, да? Посмотрим на стадион, на фонтан. Центральную часть парка, площадь подограем, покатимся, проедем. Красиво, правда? Безлюдно. Обовязково выходите на улицу, продышаться, пропукаться, позаниматься, если вы не спортсмен, не велосипедист, пешком. Это просто класс. Боже, атака. Атака клонов. Вот такая
активная собачка. Так резко просто никого когда нет. И резко выскакивает. Вот есть такие на велосипед кидаются. Но уже давно не кидались. Ну я бывает хожу, но тут не сходишь. За ногу может цапнуть. Ну, непредвиденная ситуация. Сразу стресс. Стресс. Ай, стресс. Атакует на каждом шагу. Надо не расслабляться, тем не менее. Из кустов, так из-под дерева там где-то. Вот охранники, хозяйки, да, получается. Площадь Водограй. Фонтанная площадь Центрального парка имени Леонтовича. Да, уже можно заново включать, да, набирать воду. Хочется по солнышку проехать на солнышке. И катамараны что-то я подумал, тоже бы работали на полную катушку, хоть до Нового года. Но дело в том, что их охранять надо вечером, ночью. Тоже холодно, вот ночи-то 10, а были и заморозки уже. А так бы катались, я уверен. Не как летом, поменьше, но были бы желающие, это точно. Давайте тут кружок. Сегодня я выкупил за гривну безлимитный интернет, так что наснимаем чуть-чуть. Посмотрим на город, на Винницу. Ой, тут приятный асфальт. Рыбнесенький, гладесенький, я у канале. И машина не скрипит. Да, класс. Хоккейные игры 8 числа. Ну, вечернее время. Игры плей-офф. Финальная пулька. Уже в 20:30 начало. Так, ориентировочно давайте. Будет реклама на YouTube страничке Орешка. Вы все увидите. Четыре команды принимают участие. Поэтому красивые вот все. Тут зоодворик. Интересный, прикольный. Тут не был. Посетите. А запаха не слышно. Из берушки есть. Здесь, я думаю, будет интересно вспомнить, а и мне приятно подышать воздухом, полезно и приятно, правда? На день интернет Киевстар подарил за гривну, акцию подключил, как-то подключил, работает, раз в 7 дней можно, но это... А тут запах появился. Это не надолго, это временная акция, там такая на месяц. Посмотрим. Так, еду на кладбище, дерево скинули наконец-то, надо посмотреть. 2000 гривен, вот так. Стоит эта процедура. Надо оплатить, посмотреть все. Так, здесь, конечно, летний театр. Ох, так, бывает жалковато смотреть. В таком состоянии печали. И тут еще картинка нормальная. С боков тут жалковато. Так, ну и сюда мы, давайте, так прокатимся. Ресторан Пешет Равнева. А то мы ночью, да, все. Культовое место для многих, кто был в Виннице, не знает, это место красивого, да, все-таки вот года идут, да, и видно, что не работают, шторы также вот еще есть, и все висит, понятно, что кто-то присматривает, смотрит, следит, красиво все, ну все на паузе. Перший травневый, надпись. Первомайка. Много
выпито, съедено здесь многими. Все здесь было, кто-то знакомился, кто-то ругался, кто-то расставался, кто-то встречался. Золотая ладья. Здесь также были пирожные, заварные классные, кофе, чай, капучино, пополнение счета. Наверняка было все. Так, что-то там такое продам интересное. Ну, я сейчас вернусь, посмотрю. Меня заинтересовало это объявление. Здесь такое. А, будинок пятничаны. Кому необходим будинок, пожалуйста, вот координаты. Это, да, пятничаны. Ну, стоимость тут не пишут, поэтому телефоны, пожалуйста. Так, не будем тормозиться, давайте до бани, а там я уже включу экшен камеру. Там сложная дорога будет, поэтому тут я попаркую еще с аппаратом, уже одной рукой. Тут тоже небезопасно, сложно. А там продолжу. Это будет первая серия, так что интересно. Вас ждет экскурсия. Благодаря вот солнцу, погоде, моему настроению. Поэтому все. Для зрителей благодарю за подписки. Смотрите, не подкачаю, не подведу. Сильно не ругайте меня, если что-то не так. Пробачает. С любовью душой стараюсь от души, чтобы было все интересно. Вот даже тень орешка здесь, видите как? Давайте, дорогие, ненадолго делаем паузу. Счастливо. Я сегодня какой, да, вот такой орешка. Да, в шортиках. Солнышко, ноябрь, вообще же до Нового года остается у нас пару дней. Ну, это так, зеленый свет, побежали. Счастливо, выключаю, пока-пока, чао.